покажу, как приготовить икру из свеклы, не только вкусную, но и очень полезную. Отличное постное блюдо, которое готовится быстро и легко, икра подается в дополнение к основному гарниру или к мясу. Перед вами простой рецепт приготовления икры из свеклы. В готовую икру часто добавляют майонез или свежую зелень, чтобы придать сытности. Рекомендую свекольную икру к разным мясным блюдам, или же просто на черный хлебушек. Удачи! Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Тщательно промываем свеклу, перекладываем в кастрюльку и заливаем холодной водой, доводим до кипения, варим 50 минут, после варки свеклу следует остудить под проточной холодной водой. Очищаем репчатый лук и мелко его нарезаем, обжариваем на растительном масле до золотистости. Добавляем к луку тертую на крупной терке свеклу, жарим вместе еще 5 минут, вливаем рассол, кладем томатную пасту, а также соль и сахар по вкусу, перемешиваем. Икру остудите и подавайте к столу, можно дополнить ее чесноком или зеленым луком. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Свекла – 2 штуки. Лук репчатый – 2 штуки. Томатная паста – 3 столовые ложки. Рассол – 0,7 стакана из-под консервированных томатов. Соль и сахар – по вкусу. Масло растительное – по вкусу. Количество порций – 5-6. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Пусть вам сегодня повезет.